депутата. 12 декабря, как сказали, состоялись публичные слушания, которые резолюция рекомендует нам принять бюджет города. Заключение контрольно-счетной палаты сейчас вы слышали, что проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства. Замечания прокурора устранены, учтены в части, значит, там по пунктам расписано полностью каждое замечание. Что-то вошло в бюджет, что-то в приоритетное направление. На постоянной комиссии 7-го мы рассмотрели бюджет во втором чтении, разобрали перечень приоритетных направлений, посмотрели, пересмотрели. Еще раз уже вы услышали, что приоритетное направление перечень включает 54 пункта на 69 миллионов. Стартовые параметры бюджета 1 670 000, что выше по сравнению с 2022 годом. Ну, опять-таки, хорошо, что в стартовых вот в этих параметрах именно увеличилась доходная часть, собственные доходы бюджета города Назарово. Также считаем, что положительным является социальная направленность бюджета. Сейчас мы услышали в заключении контрольно-счетной палаты, что до 80% средств бюджета – это социальная сфера города. Также мы на комиссии, когда рассматривали и рассматривали программы, отмечаем, что в течение 2023 года будут уже, о них нам известно, поступления из вышестоящих бюджетов, поскольку город входит в различные программы, и мы ожидаем поступления из вышестоящих бюджетов. Также положительным считаю, что в бюджете учтены защищенные статьи, заработная плата, налоги, коммунальные, то есть они профинансированы в полном объеме. Ну и немаловажным является то, что в бюджете учтены и проиндексированы защищенные статьи, это питание, индексация продуктов питания, коммуналка, прочие расходы, а также расходы, связанные с благоустройством. То есть эти все необходимые проиндексированы в бюджете уже затраты. Поэтому считаю тоже, что проект бюджета так качественно подготовлен и полностью готов к принятию. Хотелось бы услышать мнение комиссии, Николай Николаевич. Ну, абсолютно верно вы сказали. Бюджет действительно тщательно рассматривался. Были замечания, которые в процессе принятия были приняты, исправлены. И во втором чтении комиссии было принято вынести на сессию данный бюджет. Поэтому прошу принять данное решение. Спасибо. Вячеслав Александрович, замечание. Коллеги, выносим вопрос на голосование. У вас по-прежнему имеется проект решения. И прошу, поступило предложение, что представленный проект решения об утверждении бюджета городского округа города Назарово на 2023 год и плановые периоды 2024-2025 годы утвердить. Кто за? Прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Решение принято большинством голосов.